Из чего можно делать субстрат? Да, практически из всего, что растительное. Ну, например, возьмем мы солому, да? Это, если ее у вас очень много, то это будет основной компонент. Но для повышения урожайности можно использовать и другие виды. Ну, например, хлопковый овес, если вдруг есть такой. Кастраль на, да тот же камыш. Рубленый, высушенный, запаренный. То есть смешивая в пропорциях, конечно, основная масса, вот, это будет солома. Кастраль на, это можете где-то 15-20% использовать. Камыш рубленый, тоже где-то от 10 до 20% закладывать. Вот. Ну почему? Да потому что все эти растительные добавки, они имеют свои полезные вещества. Например, в кастрель на больше там определенных веществ, чем в соломе. Вот, они будут дополнять солому. То есть, когда используются многокомпоновочные такие субстраты, они, конечно, способствуют и повышению урожайности. И самое главное, грибы получаются лучше и вкуснее. Ну вот, как-то так.